Вот сегодня мы уже в Ташкенте, сделали регистрацию, просто не выходила в интернет, потому что у меня были проблемы с видео. Вот я пишу, курс 1 евро стоит 9 тысяч сумов. Это получается, мы вот 200 евро поменяли, нам дали 1 800 000. Вот, значит, получается это $200. Смотрите, какие купюры появились. 100 тысяч, да, 200 евро. И 50 тысяч, смотрите, это самые большие купюры. Вот 100 тысяч это недавно выпустили, видите? И вот такой банк шикарный, Ориент называется, у него хорошие эти, хорошие как бы проценты, они немного берут. Вот, можете прикольно, спокойно снять. Я это снимаю для себя. Я просто снимаю для информации. Что я вот поменяла деньги, Ориент банк, вот смотрите, у них хорошие проценты. Видите, везде типа снимать нельзя деньги. Как будто я их сейчас это обворую или еще что-то сделаю. Мы находимся, кстати, на Чиланзаре. Сережа, скажи всем привет. Извините, что мы не выкладываем сейчас видео, потому что мы не можем понять, как подсоединиться нам к интернету. Не можем пока смонтировать видео. Это ресторан Чиланзар называется. Да, это все, что от него осталось. Если это задняя сторона парикмахерской, помните, возле торгового центра была такая знаменитая парикмахерская. Вот она здесь. Кстати, по поводу регистрации, сразу скажу, я как бельгийка сдала паспорт, сутки стоят 4000 сумов, получается месяц я заплатила 120 тысяч сумов, вот. Отдала паспорт, и через пару дней я его должна забрать. Если вы являетесь гражданином Узбекистана, но с видом на жительство в какой-то другой стране, вот шашлык здесь, вот, то вам не нужно ничего платить, там госпошлина 5000, и вы просто идете и регистрируетесь в другом отделении. Не в Авире, а там, если в Чиланзаре, то это в другой Авир был. Вот, кстати, там находится Авир торгового центра. Вот, пожалуйста, базар. За торговым центром. Сейчас мы пойдем в торговый центр. Просто, Сережа, не снимаешь ты на камеру? Пока нет. Ну, с интернетом большие проблемы. Вчера мы не могли вообще выйти в интернет. Извините нас, что мы не так часто выкладываем, потому что с интернетом здесь, конечно, просто туго. Мы хотели найти хороший интернет, который, как бы, мы можем свой лэптоп подсоединить и выкладывать видео нормальные уже, которые обработаны, но мы не можем. Пошли вот там с той стороны пройдем. Вот маленький такой вам немножко прогулка такая маленькая по вот возле торгового центра. Просто немножко. Знаю, что трафик летит очень сильно, но ничего, благодаря. Ну, как бы для вас, пожалуйста. И трафика не жалко. Да, и трафика не жалко. Вот, пожалуйста, здесь парикмахерская раньше была. Че, пройдемся по базарчику? Мы идем в торговый центр, сейчас должны встретиться с моей племянницей. Вот книжечки кто-то еще читает, смотрите. Снимаю пока на телефон и выкладываю через мобильный телефон интернет, так что не судите строго меня. Давай по центральной пройдемся. Сейчас чеснок молодой вот есть. Лимоны, любимые мои, лимоны. Смотрите, вот черешня. Сереж, возьми деньги, а то я иду, а она смотрит, прямо облизывается на это. Горляшки сидят на рисе, видели? Смотрите, блин. Представляешь, горляшки сидят на рисе. А потом, вы смотрите, многие люди не это, плохо моют рис или еще что-то. Клубника. Клубника. Вот показываю. Ароматы чувствуете? Здесь уже клубника не такая свежая. Приправы, зра. Морковку чистить, здравствуйте. Вот, смотрите, уже есть перс. Урюк. Видел, Сереж? Это овощи. Немножко сниму. Репа, дайгон есть. Смотрите, вон, какие зелень. Ой, какая красота. Такие ароматы вкусные, помидорки. Зелень, кто любит богатство, зелень. Нигде так не происходит, как в Узбекистане, столько зелени продается на базаре. Тутовник, здравствуйте. Опа. Все счастливы, наверное, что увидели.
Заднюю часть торгового центра сниму вам и выключаюсь. Извините, потом еще будут ролики. Пишите комментарии, ставьте лайки, активно нас мотивируйте на следующее видео. Это задняя часть торгового центра. Вот, пожалуйста. Мы всегда рады видеть на нашем канале позитивных людей. Всем добра и позитива!